Привет, меня зовут Мартин. Это игра Doom 3. Продолжаем играть Doom 3. Что ж, лаборатория Альфа, мы остановились на том, что мы должны покинуть этот комплекс. Ну что ж, что будет дальше? Кто-то кого-то проглотил. Оба-на! Блин, а в этих очках еле что выйдет. Не страшно. Пошли дальше. Ой, да испугал. Нет, не испугал. Здорово! Ты явно не друг. Ты что здесь делаешь? Так, погнали сюда, да. Нет, не сюда. Явно сюда, да. Опять галюны, наверное, придут сейчас. Здорово! А у меня есть фонарик. Не обдурите. Чё я потрачу патроны? А? Ты откуда перешел? Из туалета вылез? Нельзя так делать. О, лестница. Это секретный ход? Сори, я просто дернулся, я ожидал здесь ученого встретить. Блин. Ну и ор. Да я сам не ожидал. Здорово, чел. Хорош. Не смог его сделать. Поранить. Видимо, решетки сделаны из непробиваемой стали. Четыре патрона! Мне нужно экономить их. Хотя бы на зомби. Обычных рядовых, у которых нет оружия. О, что там происходит? Красиво. Это Марс. Уровень кислорода? Здорово. Эй, подождите меня. Нет. Я к ним. Да что ты здесь делаешь, а? Да ну вас. Сохранение. Сейвинг. Я тоже так умею, представляешь? А вот огнем кидать я не умею. Вызов лифта. О, он уже здесь. Здорово. Куда ты пошел? Сюда не иди. Почему я вниз спускаюсь? Я должен был наверх идти, наверное. А ты что спустился? Нельзя. Что за жидкость? Наверное, чистейшая вода. Чистейшая мензелинская. Don't shoot? А, окей, man. Как же трудно понимать английский. Ну, я решил все на английском делать, все, чтобы все было по хардкору. Чувак, а к тебе субтитры прилагаются, нет? Дай-ка посмотрю субтитры. В общем, никаких субтитров нету.
Вроде бы я это вначале проверял. Чувак. Я, наверное, защищать надо, да? Скорее всего. Давай я вперед пойду. А, спасибо, что освещаешь. Но у меня уже есть фонарик. Чего-то моды. Где? Где он? А ну не трожь. Спасибо, что освещаешь мне путь. Хотя у меня есть фонарик. Если бы не этот мод, у меня не было бы фонарика, серьезно. Я бы сейчас бы зависел бы от него. Не бойся, я танк, я нормально в защите. Надеюсь. Хотя бывало я его терял вообще здесь. Давай, давай, идем. Спокойно. Где он? Вижу. Все, он умер. Эдвард Джек, наверное. Где он? Где? Ай, блин. По сравнению с теми дьяволами, они не орут. Они просто ползут. Я не знаю, откуда они появляются вообще. Ожидаешь где угодно вообще от них. Чувак! What the fuck? Я его не успел спасти, серьезно. Вот гады. Даже шанса не дали. Блин, чувак. Док. Прости, я не смог тебя спасти. Помянем доктора. Он был в наших сердцах. Ладно, погнали дальше. Чё тут? Чё, вот куда вот припёрся, блин? А, вот всё нормально. Мне не сюда, значит, да? Так. И не сюда. Что за Half-Life начался? Здорово, чел. У тебя нет карточки? Видимо, мне придется сюда. А, вот и путь. Хм. Явно Half-Life, да. На Half-Life похоже. По уровню прохождения. Нужно смекалку включать все время. Ну, часто. Half-Life вот смекалку нужно было постоянно включать. Там вариативность прохождения. О, пауки начались эти. О, черт. Как я ненавижу этих пауков. Эти просто противные пауки вообще. Ненавижу просто. Это самое противное мерзкое создание во всех играх. Эти маленькие. Маленькие враги. Я что, застрял? А, лестница. Выдвинуть служебную лестницу. Блять. Они еще подползываются. Простите за мат. Да что ж вы делаете? Вот пауки, это однозначно самые худшие враги в игре. Они самые отвратительные и самые... достающие, блин. Ну, кроме, конечно, летающих врагов. Летающие враги, это еще хуже. Если, конечно, они не с размером огромный булыжник. Че я так сейчас сказал? Ладно, тут хилка есть. Мне было бы 50. А вот и лестница. Не прошло и дня. Серьезно, чего так долго лестница упирается вообще? Что за заторможенное действие вообще? Как же я вас ненавижу.
Так где ты? Где? Открыть дверь. Покинуть комплекс Альфа. Лаборатория Альфа 2. Отлично. Лаборатория Альфа 3. Найс. Проходим. А вот и солдат. А вот и привет. А вот и пока. Зачем я хилку взял, блин? Вот он пригодился бы. Пригодилась бы эта хилка. Достижения были отключены? Да знаю я, что достижения отключены. Чего ты меня отвлекаешь? Он только что на меня бежал, серьезно? Где? А вот ты где, блин? За спиной у меня был, умник. Фух, я думал, патрон закончился. Нормально. Пошли дальше. А-а-а-а! Можно без вас обойтись. Дайте мне нормально к дьяволу. А не этих упоротых. Берите из камеры. Чего убрать? Уберите из камеры бочки с ядовитыми... Бочки с ядовитыми газами? С какой камеры? Видимо, меня не сюда, значит. О, тетрис начался, блин. Господи. То есть не тетрис, а... Я не знаю, как это можно назвать, но это... Это займет очень много времени. Я так что нажму на паузу. Вот я его взял, да? И я слышал солдата где-то. Да... Где? Еще когда они стреляют, такая отдача происходит вообще. Отправить сжигать. А, пауза. И... Бльдиш. Бльдиш. Точно, я вспомнил. Это похоже на автомат с игрушками, где их нельзя вот достать. Были бы вот такие щупальца, я бы достал много игрушек. Точно. Ой, давай уже. Пауза. И последняя бочка. Отправить. Это же последняя? А нет, не последняя. Это еще не последняя, ребят. Выполнено? О май гад. Ладно, бежим. Пока еще что-нибудь не произошло. Тут, если ты бежишь, это ничего страшного. Страшно то, что если ты остановишься. Ха-ха, тупые. Взрывающиеся бочки, это классик. Без них, конечно, нельзя. И что дальше? Видимо, мне нужно куда-то идти. Лифт. Он что, не свободен, что ли? Ну. Давай. Время идет. Так, пауза. Видимо, мне нужно назад пойти. Да что ж вы творите, ребята? Найден предмет в инвентаре. Что найден, в смысле? О! Ничего себе они делают, а? Могучие рейнджеры. А почему нет музыки? А, точно.
Я ж не играю в первый Doom. Какая еще музыка? Че, рофлить? Так, видимо, я какую-то карточку достал. Я должен, наверное, сейчас пойти, да? Нет. Пойдем обратно. Пауза. Так, видимо, мне в эту сторону. Вот была дверь к этому. Мне просто нужно развернуться и пойти к этим... Я воздержусь. Просто эмоции зашкаливают от этих мерзких созданий. Айдишник пройден. Проведен, то есть. Да, сзади подходите, конечно. О, как я по вам скучал после этих пауков. Вы самые приятные монстры, серьезно. Я бы сказал, бы самые натуральные. Эти как-то выглядят как-то пугающе и ненатурально. Что ж поделать? Патроны на это закончились, на это... О, есть. Найс. О май гад. Куда спрятался? Мне нужно похилиться, ребята. Спасибо, что подождали. Бэтл! Обойма для автомата, да? Пошли, убирайтесь отсюда. Почему мне нельзя убраться отсюда, а? Почему я должен это терпеть? Открыли, спасибо. Спасибо, я рад вас видеть. О, боже мой. Экономлю. Тут же обойма это отдельные для каждого типа оружия. Для пистолета отдельно, для дробовика отдельно, для автомата отдельно. Тут нет общих патронов для всех пистолетов, то есть оружия. Вот этих. Боже мой! 51 здоровья, пол хп сняли. Где хилка, где хилка? Где хилка, Карл? Где хилка? Где они? Что я сейчас только что взял? Боже мой, ладно, мне придется дальше идти с половины хп. Что ж, я на грани. Ну, почти на грани. Давайте быстрое оружие возьмем. 34 обоим, ага. Тут нет это... Тайник. Здрасте. О-о-о! Что это? Музыка пошла. Это не к добру. Вот это мне нравится. Страшно и весело. А то я почти заскучал. Сейчас как получишь. Все? Все, проход дальше. Лифт. Давай. А, вот же ты здесь. А, мы не доехали. Хорошо, что я нашел эту секретку. Что бы я без него делал?
О, аптечка, отлично. Спасибо. О! Это же он. Не понял. Не понял юмора. Их что, здесь двое, что ли? Дробовик, дробовик. Умри. Где аптечка? Сейвинг. О нет, о нет. Да что, что делаешь, сын шакала? 10%. Вот тебе и средняя сложность. Вот некоторых моментов вообще хардкор. Десять процентов здоровья. Мне срочно нужна хилка. О, хилка! Опять галюны пошли. Так, не откроют дверь? Нет, не откроют. Видимо, мне сюда. Ха-ха, точно. Вот боезапасы, блин. 0,49. 0,49. Конечно. Да у меня нет времени на эти игры. Открыть дверь. 25% здоровья. Прошел уровень на 25% здоровья. Комплекс лаборатория Альфа-3. О боже мой. Доберите за заботу Энпро как можно быстрее. Как можно быстрее? Все, стоп, стоп, стоп. Так, сейвить. Ага. Ладно, я на этом закончу. Спасибо, что смотрел. Thank you for watching. And good luck, good night, goodbye, man.